Качественные воспитательные процессы, контроль над несовершеннолетними детьми. Именно этими вопросами важно заниматься родителям. Необходимо знать контакты друзей, подруг, регулярно проверять сотовый телефон подростка, чтобы избежать пропажи ребенка. Зачастую родители обращаются в полицию с подозрением на самый худший вариант в случае ухода несовершеннолетних из дома. Хотя дети совершают подобные поступки в знак протеста или попросту отправляются на встречу с друзьями. Именно такой случай произошел 11 октября. Из дома ушли и не вернулись две девочки 15 лет, учащиеся городских колледжей. Родителям сообщили, что идут гулять на день рождения. Одна сказала, что идет подружке на день рождения, другая также сказала, что идет к той подружке на день рождения. В итоге оказалось, что они всю ночь гуляли со своими друзьями. И на следующий день утром девушки в 7 часов утра вернулись домой.